приглашается Азри Шогенов, Кабардино-Балкарская республика, Альфа Джабраилов, республика Дагестан. В красном трико на коберце мастер спорта международного класса. На ковре «Б» победил Халил Аминов, Дагестан. На ковре «Б» начинается 1/4 финал борцы весовой категории до 97 кг. В красном трико Али Аминов, Дагестан. В синем трико Знаур Коцаев, Республика Чувашия. Представление борцов ковра «С». В красном трико мастер спорта международного класса Абазов Ганши Магомедов. Республика Дагестан, город Хасавюрт, параллельный зачет, Москва. Тренируется под руководством Гамзата Абасова, Абакара Абаскаджиева, Али Исхакова и Алексей Захарчук, тренер данного спортсмена. Победитель первенства мира среди юниоров, победитель первенства Европы, обладатель Кубка мира 2020 года города Белград, чемпион России 2020 года. Борец синий трико, мастер спорта Александр Сабанов, Республика Северная Осетия, Алания, город Владикавказ. Спортивный клуб ЦСКА. Тренируется под руководством Хитака Казюмова, Аслана Цугоева, Анатолия Марвиева. Бронзовый призер первенства Европы, победитель первенства России среди спортсменов до 23 лет. На ковре А борцы весят 97 килограммов, красный трико Азри Шокенов, Кабардино-Балкарская республика, спортивный клуб «Гладиатор», 13 лет занимается борьбой, тренер Анатолий Тимотов. Борец синий трико Алиха Джабраилов, Республика Дагестан, мастер спорта международного класса, тренирует спортивное общество «Динамо», 15 лет занимается борьбой, тренер Имамурза Алиев, Лукман Джабраилов, чемпион мира в Нур-Султане, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион России 2019-2020 года.
Победу одержал Абазгаджи Магомедов, Дагестан.